Самые дорогие слушатели, а самые дорогие те, кто приходит на наши концерты. Мы вас очень любим, ценим. И сегодня у нас очередной концерт фестиваля «Музыкальная осень» в Туши. Хорошо то, что я вижу здесь уже несколько новых лиц, что наши ряды. Ну, не пополняется, но зато меняется. Это тоже хорошо. Я же знаю, что в воскресенье вы опять все заполните, но очень хорошо, что вы сегодня пришли на концерт того артиста, которого я очень люблю, который меня всегда поддерживает. А началось это еще много лет назад, и даже несколько десятилетий назад, в оркестре имени Осипова, где работали все музыканты квартета «Московская балалайка», которая играет на этой сцене. И вот в сопровождении оркестра пел молодой интересный солист Большого театра, который сразу нам и запомнился, и понравился. Поскольку я был немножечко еще и директором оркестра имени Осипова некоторое время, то перезнакомился со всеми солистами. И когда квартет выделился в отдельную самостоятельную единицу, то мне было уже легче разговаривать с солистами-вокалистами. И вот когда здесь Тушино вдруг мы затеяли фестиваль, а это было 27 лет назад, но фестиваль 26-й, те, кто сюда постоянно ходит, знают, что прошлый год мы один пропустили. Раньше нам хоть какую-то денежку давали, а был дефолт, все сгорело. Поэтому, значит, один мы пропустили, 26-й фестиваль. Но мне приятно то, что в первом фестивале тогда участвовали самые известные солисты Большого театра. Это Владислав Пивко, Артур Эйзен, Александр Ведерников, ну, очень многие. И вот как раз сольный концерт на этой сцене был солиста Большого театра, теперь ныне уже народного артиста России, Петра Глубокого. И вот он пел, я смотрю, он мне дал программку, то, что будут петь студенты, его ученики, и некоторые произведения звучали на этой сцене в исполнении Петра Сергеевича Глубокого, который народный артист России, солист Большого театра, профессор Московской государственной консерватории. Я думаю, когда он сейчас выйдет на сцену, он несколько слов скажет о своих студентах, кто будет сегодня здесь петь, прежде чем он сам что-то исполнит, он обещал. Я говорю, студенты студентами, ученики учениками, но мастер должен открыть концерт. Он обещал открыть. Я не буду прямо сейчас сразу объявлять, а позову Петра Сергеевича, чтобы он начал концерт «Профессор и его ученики». Пожалуйста, Петр Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые любители вокального искусства. Я хочу вас от всей души поблагодарить, что вы сегодня с нами, и высказать огромную благодарность устроителям этого фестиваля, и в том числе Владимиру Николаевичу Илонченкову. Спасибо большое. Для нас очень важно не только заниматься в классе, но и выходить на сцену и показывать свое умение. Про студентов. Практически Московская консерватория это флагман, и в первую очередь все желающие учиться идут, конечно, в консерваторию. Потом уже по другим высшим учебным заведениям, как Мессенко, Иванов и так далее. Вот поэтому в консерватории самые хорошие голоса, самые профессиональные. Вот. Ну, а говорить об их умении, я думаю, вы сами услышите, и у вас будет свое мнение о студентах. Я хочу вспомнить о недавнее время, когда концерты были в
во всей Москве, во многих дворцах культуры, на заводах, на фабриках. Концертов было много. Концерты были так называемые сборные. Там выступали и чтецы, драматические актеры, музыканты, играли на скрипке, на виолончели, были циркачи, пение было и академическое, и народное, и эстрадное. То есть человек приходил и получал огромное удовольствие, кому что больше нравилось. То есть каждый мог получить то, что он хочет. К сожалению, теперь таких концертов нет, мне очень по этому поводу грустно. Но я вспомнил это в связи с тем, что однажды был концерт в Колонном зале. Знаете, такой концертный зал. Вот. И был очень интересный ведущий, который много шутил, публика смеялась, улыбалась, всем было очень интересно. И первым должен был выступить пианист Наум Штаркман. И он говорит: уважаемые слушатели, уважаемые зрители, сейчас Наум Штаркман сыграет он на рояле, а потом мы начнем концерт. Я сейчас спою для вас два произведения, и потом начнется концерт. Гурилев, улетела пташечка. Кто знает, может подпевать. Улетела пташечка в дальние края, унесла сама молодость, ясная моя. Воротится пташечка в мой зеленый сад, а ты не воротишься, молодость назад. Бесконечно им благодарен, я их очень люблю. А сейчас мне еще будет со мной выступать Семен Березин. Мы еще споем одно произведение. Спасибо.
хочу сам помочь морозу, прямо к люшке своей. Эй, вы, други дорогие, чините сокола быстрее. Не теряйте дни золотые, их немного в жизни сей. Если звонкою лихой оглашает степняк щит, то только коням лишь порою удалой несется крик. Эй, вы, други дорогие, чьите сокола быстрей, не медляйте дни злобые, их немного в жизни сей. С вами разговаривать, объявлять вам. Ну и я говорю, ну, у нас тут иногда и пульт ставит с нотами. Он говорит, как это так? Солист выходит с нотами, этого быть не может. Но я вот хоть и с листочком вышел, вроде как бы я же не пою, это все-таки не ноты. Я не, как бы, не ведущий, профессионал. Поэтому буду читать то, что мне написали. Особенно это важно, если какие-то произведения я знаю, то солисты для меня сегодня это открытие. Они все новые. Произведение могу объявить. Начинается концерт, конечно же, самого любимого композитора, прославленного на весь мир, которого все любят, Петр Ильич Чайковский. И прозвучит ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», естественно. А вот фамилию я сейчас зачитаю, мне, конечно, сложнее объявить, что это Ван Энцзи. Ван Энцзи. Надеюсь, что я правильно его назвал. И аккомпанировать будет Ольга Грибовская. Пожалуйста.
Я вот прочел название и смотрю, ведь это же пел здесь и его учитель тоже. Петр Глубокий на этой сцене пел то сочинение, которое сейчас прозвучит. Хотел бы в единое слово, слова «Мея», музыка Петра Ильича Чайковского. Thank you.
теперь западная классика. Шуман. Три романса из цикла «Любовь поэта». Слова Вейна. Чего? Концертмейстер Сергей Березин. Thank you.
Наше будущее, потому что они будут все продолжать. На этой сцене такие стояли сопрано, выдающиеся из Большого театра. Но вот теперь слышите, как поют студенты, как они готовятся к выходу на большую сцену. Виардо, Мадрид. Звучит старинный русский романс, который мы все знаем хорошо, любим, который здесь много-много раз звучал, но нам всегда интересно слушать даже хорошо знакомые романсы в новом исполнении, да, в таких, с такими, когда такие прекрасные голоса. Гурилёв, вам не понять моей печали, поет Вероника Ткачева. Когда растет за ней тоской, но надо в
На этой сцене. Но сейчас я хочу пригласить на сцену Петра Мелентьева. И аккомпанировать ему будет Ольга Яковлева. Деницетти, ария Тонио из оперы «Дочь полка». Thank you.
Георгий Свиридов. Ой, снова я сердцем широким бедую. Себастьян Бах. Ария альта из оратории «Страсти по Матфею». Исполняет студентка Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Александра Быкова. Концертмейстер Семен Березин. Thank you.
Сергей Рахманинов, отрывок из «Мюссе». Что-то не так? Поменяем местами. Сейчас прозвучит то произведение, которое здесь исполнял Петр Глубокий с квартетом, с нашим. Как-то однажды мы записали, прекрасное исполнение было, а теперь вот поет его ученица, студентка. Глинка, попутная песня. Сергей Рахманинов.
Спасибо. Итак, следующий ученик Петра Глубокого поет Мирон Швец, аккомпанирует Ольга Яковлева. Римский Корсаков, ария Собакина из оперы «Царская невеста». Помнил, кто
читаю, но информация такая интересная, что я сам стал гадать. Русская народная песня. Тройка. Сколько здесь бегал тройка, почтовая, удалая, и, то есть, и запрягая тройку борзых. А какая сегодня у нас тройка будет, чья, булаховская или чья? Написано «Русская народная песня тройка», правильно? Почтовая. Вот, вот мчится тройка почтовая. Сейчас выйдет уже красавица-женщина. Она споет арию Мюзетты из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Итак, встречайте Джан Бен.
Я так читаю, потому что глаза уже подводят, уже не вижу. Наверное, надо ближе подносить, но такая зато вижу красивая, очаровательная комиссия. А компонирует Ольга Грабовская. Рахманинов «У моего окна». Thank you.
Она такую так красиво поет, пела на русском языке. А вот сейчас не знаю, на каком языке будете петь, на русском или на китайском? Будет, дело в том, что я прочел, во-первых, сейчас осень, за окном такое золото у нас, и небо было голубое. Я читаю: осенние воды и широкое небо. А автор, которого я не знаю, поэтому я и спросил, а чья это музыка? Ху Тин Цзян. Это китайский, наверное, композитор. Итак, осенние воды и широкое небо. А сейчас, казалось бы,
У меня программа закончилась. Мне сказали, что все, студенты все закончились, другие, как говорится, еще будут. Но, маленькое но, я не хочу, чтобы концерт заканчивался только студентами. А сам мастер-то должен выйти на сцену и попросим его еще что-нибудь исполнить. Петр Сергеевич, прошу вас. Ну, раз идет только смысл и сложен, значит, мы что-то услышим интересное. Дорогие друзья, я уже сегодня говорил про те времена, когда были сборные концерты, когда было немножко по-другому, чем сейчас. И вот только я начинал выходить первые мои шаги на сцене, мой друг, который учился в дипломатической академии, как-то там смог организовать мой сольный концерт. Ну, с удовольствием я там пел. Проходит некоторое время, и мы встречаемся с этим студентом дипломатической академии. Он говорит: а ты знаешь, вот это вот произведение, называет, стало в академии гимном. Ну, меня это очень обрадовало. Я думаю, что это, конечно, юмор, но тем не менее. Вот я его сейчас для вас исполню. Да.
вам это понравилось, такое видео. А что был повод все-таки нам и выпить, а найдем что выпить. Был бы, как говорится, был повод, а повод у нас всегда есть. Было бы что выпить. Так что это взаимодополняющее. Поэтому по нашей большой традиции, которая вот уже 27 лет соблюдается, я хочу пригласить на сцену всех участников концерта, чтобы вручить им наши памятные дипломы и благодарственные письма за то, что они сегодня нам устроили очередной праздник. Пожалуйста, подходите. Они еще не такие звезды, стесняются. Так что я сейчас видел на сцену и сказал, я пришел, чтобы посмотреть, сколько там постоянно. Но хочется сказать, что вот этот наш концерт Тушина, Дали Тушина, или, как говорят, Тушина, это такая маленькая стартовая площадочка не только для того, чтобы они концертировали по всему миру, конечно, прежде всего по России хочется, и хотя они тут у нас и китайцы, чтобы они по России много путешествовали, но хочется им оставить на память дипломы и сказать, что они теперь уже не просто студенты консерватории, ученики Петра Сергеевича, но они теперь все лауреаты международного московского 26-го фестиваля «Музыкальная осень в Тушине». И каждый из них я хочу вручить диплом, ну, а, конечно, нашему мэтру, народному артисту, благодарственное письмо, потому что он когда-то был тоже и лауреатом, хотя народным артистом лауреатом уже он и так. Те конкурсы, которые были, он уже показал, что впереди планеты всей. Итак, я уж не знаю, как у меня по порядку разложены эти дипломы, но я сейчас буду объявлять. Очень правильные дипломы, наверное, так у меня лежат, что прежде всего нашим иностранным студентам, которые иностранные, но наши, мы их вот уже полюбили. Джан Мэнвэнь. Надеюсь, что все будут здоровы и счастливы. Ну, как красиво, женщины. Итак, второй наш гость. Ван Эньцзен. Спасибо огромное, что мы открыли для себя новый голос. Так, это я. Мирон Иосифович, это у нас, швед, лауреат нашего международного фестиваля. Ткачева Вероника Андреевна. Они все красивые, и намного нет, но прям так, не такую радость нам доставляют. Быкова Александр Константинов. Еще у нас есть такая женщина, красивая обаятельна, которую еще вот так не отметили. Загородняя Анна Владиславовна. А, она не приехала. Ну, не все студенты смогли сегодня посетить наш фестиваль. Поэтому будет Грибовская Ольга Викторовна. Это особая такая моя слабость в том смысле, что от них зависит успех концерта. Ведь они порой бывает весь концерт держит одна. Но сегодня, правда, их трое, немножечко полегче. Поэтому. Итак, другой наш концертмейстер Березин Семен Борисович. Вот тут
появилась у нас одна певица на афише. Оказалось, она не певица, она концертмейстер. Мы это сегодня узнали, порадовались и написали диплом, новый такой. У нас есть и для солистки, но есть и для концертмейстера. Яковлева Ольга Юрьевна. Так что вот, ну и, конечно, благодарственное письмо, особая благодарность это Петру Сергеевичу Глубокому, который уже 27 лет с нами. Так приятно, спасибо. Так хорошо. Кого забыл? А мы забыли, Александр. Петр. Милентьев Петр, есть ему диплом, но я почему-то отложил, вот взял не тот этот диплом, сейчас вручим, сейчас будет за бокалом шампанского. Дорогие друзья, спасибо. Я отдельно хотел сказать отдельное слово про Петра Милентьева. Дело в том, что неделю назад Петр Милентьев пригласил меня на свой спектакль в Театр Покровского, который является филиалом Большого театра. Я вам скажу, что спектакль «Искатели жемчуга» я давно такого высокого уровня исполнения вообще не слышал. Этот спектакль нужно пускать на основной сцене Большого театра, и чтобы обязательно там участвовал Петр Милентьев. Потому что это высочайший уровень. Я вам очень советую и рекомендую, если будет такая возможность, обязательно послушайте этот спектакль. Все исполнители, и особенно это подчеркиваю, Петр Милентьев, просто на высоте. Это приглашение в наш выставочный зал и напоминание, что вы здесь желанные не просто гости, но и участники фестиваля «Музыкальная осень в Тушино». Спасибо вам огромное. Ждем вас всех снова к нам. Может быть, и следующие фестивали состоятся. Я всегда думаю, в последний раз, и первый, и второй, и третий, а потом 15-й, 20-й, 25-й, 27-й. Так что вот так неожиданно. Спасибо огромное. Всем здоровья.